Герман Клименко, интернет-консультант президента Российской Федерации Владимира Путина, объявил, что будет создана ассоциация блокчейн для предоставления значительных преимуществ участникам. Как сообщает сайт banktech.com, новая организация объединит майнеров, специалистов блокчейн и инвесторов для поддержки цифровых проектов. Недавние события показывают, что Россия хочет быть важным игроком на рынке криптовалют и блокчейн-технологий во многих областях, подчеркивается в информации. Не так давно российский банк подписал соглашение с соучредителем эфириума Виталиком Бутериным для специализированной подготовки и создания исследовательского центра блокчейн.